Вітаю в ефірі студія «Репортер». Продовжуємо говорити про підсумки 2020 року. Рік був у нас виборчий, вибори відбулися в міську, в обласну, в районні ради, ОТГ. Ми про це говорили, але давай все ж таки підсумуємо, які взагалі така спільна риса була, які спільні проблеми були. І не тільки, можливо, якісь обмеження. 20-й рік все ж таки рік пандемії, рік карантину. Рік нових можливостей також. Говоримо про все це з кандидатом юридичних наук Владиславом Дроном. Владислав Юрійович, вітаю. Експерт з виборчого взагалі процесу. Отже, ми вже говорили про підсумки виборів. Вже пройшли три сесії міськради, обласної ради, навіть районна рада Одеська зібралася. Взагалі, як можна оцінювати ефективність цих гілок влади, місцевої влади? Що ми, виборці, маємо чекати від всього цього? Добрий день, Віталій. Спасибо за можливість сьогодні підвести итоги в определенных сферах, да, этого непростого. Вот действительно, мы каждый год мы говорим о том, что он чем-то отличался, но этот год был и правда непростым, и таких еще, наверное, ситуаций не было. Если говорить о выборах, то действительно, да, мы выбрали областной совет, и сегодня наблюдаем за его работой, которая, к сожалению, проходит неспокойно. Мы видим, что и первая сессия, и выборы руководства областного совета происходили с конфликтами, с драками, наверное, не этого хотели избиратели, когда шли на участки. Выбрали районный совет, вообще новый орган местного самоуправления. Тоже прошла его сессия, выбраны руководители в более спокойном режиме. Идет его работа. Тем не менее, пока что мы понимаем, да, что работа его проходит в здании областного совета. Если говорить о каком-то информационном вообще обеспечении его работы, то вот мне лично не удалось найти сайт официальный Одесского районного совета Одесской области. Навіть функції навіть невідомі наразі. І при этом, да, то есть как например, районный совет должен выполнять те же требования о доступе к публичной информации. Вот это все тоже непонятно, не говоря уже о самой продуктивной работе. Естественно, состоялись выборы Одесского городского головы, Одесского городского совета. Какие-то были обещаны изменения. Ну, пока каких-то кардинальных изменений в этом плане мы не видим. Также, да, проходили еще выборы в объединенные территориальные громады, выборы народных депутатов промежуточные, там, где по каким-то причинам необходимо было провести, скажем так, до выборы. Выборы проходили, как мы уже обсуждали, по новому избирательному кодексу, были новинки, была новая система, были в связи с этим свои трудности, но тем не менее выборы все-таки состоялись, поэтому теперь уже будем наблюдать за работой соответствующих советов, соответствующих должностных лиц. Ну и, конечно, были карантинные ограничения, это отдельная тема. Действительно, у нас, наверное, одни из основных таких вообще событий – это распространение коронавирусной инфекции и выборы, которые еще и частично пересекались в плане соблюдения мер. Як це позначилось на виборчому процесі? Ви, як безпосередньо людина, яка була присутня на виборах, це насамперед на кількості позначилось? Взагалі люди, там, можливо, там, перелякались, перестрахувались? Явка, дійсно, на виборах, ми всі це знаємо, була невисока. Наверное, соціологи можуть видвигати різні причини, чому так відбувалося. Це може бути і недовір'я к государству, хоча, ну, в даному випадку вибори місцеві, государство в такому широкому в смысле. Речь идет, конечно, об местном самоуправлении. Но, безусловно, я думаю, что не могла не сыграть свою роль и ситуация с распространением коронавирусной инфекции, потому что и у людей был определенный страх, наверное, все-таки идти в такие места скопления. И некоторые сложности были, да, очереди на участках, какие-то промедления, связанные с тем, что необходимо было проводить дезинфекцию участков, необходимо было соблюдать количество людей на определенной площади, дистанцию и так далее. Все это, конечно, замедляло избирательный процесс непосредственно уже на самих участках. Якщо ми говоримо про обрання народних обранців, так, вибачте за каламбур, і говоримо про ефективність. Якщо ми не задоволені нашими обранцями, депутатами,
Чи можемо ми їх лишити права бути народними обранцями? Якось там віртуально забрати цей мандат. Була така цікава новація, кілька, там, майже 15 років тому говорили про це, що голова партії, політрада може лишити депутата права представляти взагалі в якихось там в місцевих радах, навіть Верховній Раді, бути обранцем саме цієї політичної сили. Зараз 2021 рік вже, і, мабуть, майже, і ми щось не просунулись далеко. Ну, вполне, да, можно лишить депутата, депутатского мандата, и не виртуально, а вполне реально. У нас императивный мандат на сегодняшний день существует, прописана процедура. Он может, инициатива может быть как народная от избирателей, установлено какое количество избирателей должно быть в зависимости от территориальной громады, либо по инициативе местной партийной организации. Далее, если по инициативе избирателей, по народной инициативе проходит сбор подписей, при этом подписи должно быть, если мы говорим о выборах в небольших громадах, да, где нет партийных списков, то должны проголосовать за отзыв такого депутата не меньше людей, чем проголосовали за него на выборах. Если мы говорим о многомандатном едином округе избирательном, как, например, в Одессе, то не менее избирательной квоты. Если помните, да, мы когда-то уже обсуждали, что избирательная квота – это количество голосов, подданных за партии, прошедшие 5-процентный барьер, разделенное на количество мандатов в соответствующем совете. Далее уже, если по народной инициативе, то территориальная избирательная комиссия должна принимать решение. Если по инициативе партии, то здесь у высшего партийного органа есть полномочия, собственно, утвердить такое решение. Конечно, есть основания для такого отзыва. Они предусмотрены законом о статусе депутатов местных советов. Это нарушение, в частности, Конституции, если есть судебное решение, но это немножко вообще другой механизм, и здесь более конкретно наличие судебного решения, значит, депутата можно лишить мандата. Если пропустил больше половины пленарных заседаний в течение года без уважительных причин, но из причин таких оснований более, скажем, субъективных, где могут быть какие-то, мне кажется, и спекуляции, это то основание, если депутат не исполнял предвыборную программу, не отчитывался перед избирателями, не проводил рабочие встречи. И здесь достаточно сложно оценить, что такое понятие, да, депутат не исполняет предвыборную программу. То есть в каком объеме он ее не исполняет. Он может спорить и утверждать, что на самом деле он выполняет. И еще одно основание – это если в многомандатном округе депутат не вошел во фракцию той местной партии, по списку которой он, собственно говоря, прошел. То есть тут мы все равно видим, да, вот ту тенденцию, о которой уже говорили, что очень возрастает влияние партий. Не только в момент выдвижения кандидата, выборов, распределения мест, но еще даже и в механизме отзыва соответствующего мандата. Ну, еще такая причина, вы частково говорили про неї, це ти йдеш з однієї партії, вступив до лав фракції цієї партії, потім одне голосування, друге голосування, і все, я виходжу з цієї фракції, тому що у мене були домовленості кулуарні з іншою політичною силою, але я не здаю мандат, я лише залишив фракцію. Тобто це законодавчо може якось там допрацювати. Якщо партія не задоволена зрадниками, ну, відверто кажучи, будемо називати таких депутатів своїми іменами, тому що партія багато дала їм, а потім ось вони дійшли до, там, до якоїсь місцевої ради, чи то до районної, міської, обласної, ось така ситуація неприємна саме для партії. Ну, вот такое основание есть для того, чтобы лишить мандата, если мы говорим о нормах законодательства. В 21-й рік мы обов'язково беремо с собой ну, до політичного життя ці новації, які приніс з собою рік 20-й. Ми стежили за апаратними нарадами Одеської міськради на відстані, так би мовити, на удаленці, через онлайн. Ми читали новини про те, що були захворювання коронавірусу в Одеській міській раді. Одеська міська рада також вся в повному складі йшла на в роботу, в дистанційну роботу.
Ми можемо говорити вже про тенденцію, можемо говорити про те, що ну, світ дійсно змінив нас. Взагалі, на основних сферах життя, пане Владиславе, як позначився ну, ось така робота дистанційна, робота онлайн? Ви як науковець, як представник Національного університету Одеської юридичної академії, як взагалі на роботі, на ефективності відобразилася саме дистанційна робота з колективом? Ну, ось я привів приклад наших політиків, що ще на сферах. Ну, знаете, я бы хотел, может быть, так. до того, как говорить о конкретной сфере, сказать немного вообще так. о таких ограничениях. Потому что Дисно. Беспрецедентные ограничения прав человека мы наблюдаем по всему миру. Конечно, в истории современной такого не было. Предусмотрены международными документами возможности таких ограничений. Тем не менее, они должны быть обоснованными, они должны быть установлены в соответствующем порядке. Если мы говорим об Украине, то у нас в Конституции предусмотрен, в частности, режим чрезвычайного положения. Особый порядок установления такого режима. Мы знаем, что и президент, и Верховная Рада должны принимать участие в установлении этого режима. А в Украине пошли по пути того, чтобы чрезвычайное положение не вводить. Тем не менее, меры достаточно серьезные. Мы видим, что ограничен целый ряд прав. Это и избирательные права. У нас недавно была научно-практическая конференция, да, нашей кафедры организовывалась, где обсуждали в том числе и эти вопросы, вопросы ограничения прав человека в условиях распространения коронавирусной инфекции. И говорили и о законности, скажем так, о тех основаниях, которые существуют. Ну, действительно, у нас ограничена свобода передвижения, мы понимаем. Мы знаем, что у нас для лиц старше 60 лет вводились ограничения, самоизоляция и так далее, невозможность выхода на работу. Мы прекрасно знаем и сталкивались, наверное, многие с этим, что ограничен доступ к системе здравоохранения. Была у нас отмена плановых операций. В общем-то, сами учреждения закрыты и работают в таком смешанном режиме. Люди не могут просто свободно попасть. То есть достаточно много мер. Скоро у нас снова приближается так называемый локдаун. Да, ну, такое красивое иностранное слово, может быть, не очень красивое, но под этим словом, мне кажется, что часто как раз и пытаются что-то скрыть, не сказать о том, что это ограничение прав человека в многих сферах. Надо сказать, что есть и соответствующие попытки обжаловать эти документы, которые были приняты. И даже есть решения судов, в том числе решение Конституционного суда Украины, потому что Верховный суд, Пленум Верховного суда обратился по поводу одного из постановлений Кабинета министров как раз о таких мерах. И Конституционный суд признал, в общем-то, что такие ограничения должны вводиться законами, а не постановлением правительства. То есть мы понимаем существенную разницу, что правительство у нас исполнительная власть, да, а есть законодательная власть, и без ее участия не должны подобные ограничения устанавливаться. Однако там еще касалось в этом деле внесений в закон о бюджете, то есть вот как раз ограничений по зарплатам, в том числе для сотрудников судов, мы помним, да, это было. И Конституционный суд сказал, что должно приниматься законами, но интересный момент был в том, что Конституционный суд вносит решение о соответствии Конституции документа, который действует в том его виде, в котором он был принят. А на момент рассмотрения уже судом были многочисленные внесены изменения, и поэтому отменить этот документ Конституционный суд не смог. Поэтому у нас такая ситуация, что мы прекрасно понимаем, что позиция Конституционного суда состоит в том, что такие ограничения, такие меры неконституционны. Но, тем не менее, они продолжают действовать. Более того, анонсированы новые. Были и обращения в суды отдельных граждан. Иногда суды становились на сторону граждан, например, учитывая тот факт, что приобретение маски той же защитной, да, когда граждан штрафовали, приобретение маски должно осуществляться за какие-то финансовые средства установленные, должен быть предусмотрен этот порядок, либо финансирование за счет государства, органов местного самоуправления и так далее, что не всегда граждане могут приобрести за свой счет, не всегда они имеют соответствующие средства, чтобы можно было их привлекать за отсутствие такой маски. Але я ж продовжую на тему, яку ви розпочали. Потрібно було якось пристосуватися, жити по-новому, як казав попередній президент України. І ось є ну, не тільки такі ситуації, да, ми говоримо про те, що обмежували права. Так, ну,
різні ситуації бувають, це така дискусійна тема, але все ж таки це і час нових можливостей, коли ну, не потрібно було там залишати навчання, роботу, якісь справи. Потрібно було десь підлаштовуватися під можливості нового часу. Звісно, многі сфери да, перейшли либо в смішану форму роботи, либо повністю в онлайн-режим. Кстати, навіть ті ж суди почали працювати в режимі відеоконференції. Це було допустимо і раніше, але тепер вже предусмотрено в відповідних кодексах окремим пунктом те, що в умовах карантину, во время карантину це може відбуватися, в тому числі з використанням і техніки самих граждан. Технически это не всегда просто, потому что техника самих граждан, естественно, не всегда будет работать в нормальном режиме, настроить ее не всегда получается. Есть вопросы относительно рассмотрения уголовных дел, например, здесь уже мы говорим не об онлайн-режиме, а просто в условиях карантинных ограничений, когда ограничивается количество людей, пребывающих в помещении, соответственно, в какой-то степени может страдать принцип гласности, открытости судебного процесса, когда просто поставят определенные ограничения, что больше граждан не может зайти уже в зал судебных заседаний и, соответственно, не смогут присутствовать. Ну и, конечно, если мы говорим о сфере научной, о сфере образовательной, да, здесь серьезные были изменения, это был серьезный вызов, я считаю, и для науки, и для образования. Но сразу же после введения соответствующих ограничений, например, в Национальном университете Одесской юридической академии, в Международном гуманитарном университете, президентом университета Сергеем Васильевичем Киваловым была дана четкая установка на то, что учебный процесс должен продолжаться, он должен быть непрерывным, да, с учетом всех ограничений. Соответственно, был переход на онлайн-форму с использованием различных технологий, это и Zoom и другие форматы передачи и оценивания письменных работ. Что особенно важно, что работали мы сразу же по расписанию. То есть это не было в таком формате, знаете, когда вот назначили встречу, смогли пообщаться со студентами в какое-то удобное время. Нет, было такое же расписание, как всегда. Поэтому по объему работы, скажем, по количеству пар, никакого ущерба не было, работали так же. Естественно, есть свои особенности такой работы, как для лекционных занятий, так и для занятий практических. И раньше использовались, конечно, дистанционные формы, но не в таком объеме, когда студенты полностью получают образование в дистанционном формате. Нужно было как-то приспособиться и преподавателям, и студентам привыкнуть к такой форме. Сами студенты, я знаю, что с одной стороны говорили о том, что, может быть, сокращается время на то, чтобы добраться до университета, да, в чем-то экономия времени, но тем не менее уже весной они говорили все время тоже о том, что хотят уже увидеть друг друга, хотят вернуться в университет, работать в привычном формате. У нас проходили не только учебные занятия, продолжали работу научные кружки. Вот мы, например, проводили круглый стол по информационным правам, привлекали при этом иностранных представителей, профессора зарубежного. И в этом случае можно говорить о том, что эти возможности были и раньше, но мы как-то на них по-другому посмотрели. И действительно, намного сложнее пригласить зарубежного профессора, обеспечить его здесь пребывание. Да, для, скажем так, реже мы прибегаем к такой форме, чем сегодня, когда можно сделать это в онлайн-режиме, достаточно организовать такую встречу, и человек может выделить час своего времени для того, чтобы пообщаться с преподавателями, со студентами. Поэтому у нас и дни открытых дверей проходили в таком формате, в том числе с иностранными представителями и с одесскими школьниками. Опять-таки, научно-практические конференции. Вот недавно у нас была посвященная правам человека конференция, когда тоже снимаются все ограничения по участию иногородних и иностранных ученых, которые действительно могут всегда подключиться, принять участие. Хотя, естественно, это не заменяет живого общения, живой дискуссии, той же научной дискуссии, либо работы со студентами в аудитории. Конечно, все равно есть и минусы, безусловно, свои.
Ось так, за безумовно, за більш ніж 20 хвилин неможливо охопити всі плюси і мінуси року можливостей, викликів, але ми намагалися з паном Владиславом. Дякую вам за те, що ми обговорили і освітній, і політичний, і ось такі, і боротьбу за права людини. Взагалі, ми і в 21-му році це будемо робити. Пандемія не завершується. Тільки наш сьогоднішній ефір завершується. Будемо спостерігати обов'язково. Є кілька секунд. Давайте щось приємне побажаємо глядачам, пане Владиславе. Ну, действительно, год был сложным, это был год ограничений и вызовов, в то же время и год определенных возможностей, поэтому хочется пожелать всем нам, чтобы следующий год был более спокойным. Может быть, в течение следующего года, конечно, прогнозы делать трудно, мы все-таки сможем переломить эту ситуацию и вернуться полноценно в режим работы привычный, хотя мне кажется, что все равно мы будем уже помнить о каких-то ограничениях, будем соблюдать какие-то санитарные меры, может быть, более внимательно относиться к здоровью. Поэтому нам нужно вынести положительное из этой ситуации, использовать и дальше возможности дистанционные, которые мы в большей степени освоили. Ну и, конечно, ждать того, когда мы наконец-то сможем вернуться к привычной жизни, чтобы у нас был год уже не ограничений и вызовов, а год развития и использования возможностей. Бажаю здоров'я вам, вашим колегам, Владиславе. Залишайтеся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. Побачимося обов'язково у 2021 році. Бережіть себе. На все добре.